Впервые в истории отношений Азербайджана и Израиля азербайджанские депутаты были приняты в парламенте Израиля. Кнессете в качестве официальной делегации Милли Меджлиса, высшего законодательного органа страны. В ходе визита в Израиль азербайджанские парламентарии провели ряд встреч по возвращении на родину. Один из членов азербайджанской делегации, депутат Асим Молазаде, в интервью CBC поделился своими впечатлениями о состоявшейся поездке. Азербайджан с Израилем связывает тесное сотрудничество. Это сотрудничество охватывает многие важные сферы. Безопасность, общая борьба с международным терроризмом, новые технологии, сельское хозяйство. Азербайджан в связи с диверсификацией экономики хочет расширить сотрудничество со многими странами. Это сотрудничество может касаться сферы туризма, высоких технологий, различных инноваций. Я уверен, что улучшение взаимоотношений с Израилем и в данных областях станет очень удачным. Помимо этого, поддержка Израилем Азербайджана в период информационной войны также может нас усилить.